Ром, вчера было родительское собрание, вас родители сильно ругали? Да, мама говорила, что наш классный руководитель недоволен нашим классом, да, она меня сильно отругала. Да, меня мама тоже сильно отругала, успеваемость в школе упала и вообще у нас самый худший класс. Такое ощущение, что наш класс самый худший в мире. Мы, наверное, самый худший класс во всей галактике. Да что там в галактике, во всем космосе мы самый худший класс. Да, конечно, обидно. Хотелось бы, чтобы мы были самым лучшим классом. С первого по третий класс нам говорили, что мы самый лучший класс, а теперь стали самым худшим. Странно все это. Да, настроения, конечно, нету. Мне от родителей тоже досталось. И от папы, и от мамы. Я уже 3 дня дома сижу, не выхожу гулять. Меня наказали. А у меня вообще телефон забрали и выключили интернет, чтобы я даже на компьютере не смог играть. Слушайте, у меня есть идея. А давайте сделаем то, что хотят наши учителя. Станем ботанами. София Сергеевна, Роман Алексеевич, с сегодняшнего дня мы становимся ботанами. План действий таков. Первое. Никаких гаджетов. Да, правильно, ребята, уберем все гаджеты из нашей жизни. Дарья Анатольевна, я полностью с вами согласна, гаджеты действительно мешают нашей учебе. Да, я поддерживаю Софию Сергеевну, что гаджеты это лишнее. Вот и прекрасно. Второй пункт нашего плана – больше читать книг. А вот в этом, Дарья Анатольевна, я с вами полностью согласен. Пожалуй, я начну с биологии. Отлично, София Сергеевна, хороший выбор. А теперь третий пункт нашего плана – тщательно выполнять домашние задания. Так как у меня проблемы с историей, я начну с данного предмета. Ребята, я очень рада вашему выбору, а я начну с географии. Друзья, а вы знаете, что динозавры – это одно из подтверждений эволюции Дарвина? Они вымерли много миллионов лет назад и не сумев приспособиться к изменению в климате. Да, София Сергеевна, Дарвин был великим ученым. Его труды будет интересно прочитать каждому из нас. Полностью согласна с вами, Роман Алексеевич. А знали ли вы, друзья, что долгое время люди считали, что солнце встает из моря утром, а вечером его садится? Этот миф долго поддерживали необразованные люди, а на самом деле Земля в течение 1 года облетает вокруг Солнца. Вследствие этого сменяются на нашей Земле зима, весна, лето и осень. Спасибо, Дарья Анатольевна, очень познавательная информация. А с точки зрения банальной эрудиции невозможно отрицать тенденции парадоксальных иллюзий, так как каждый индивидуум имеет свою точку зрения. Молодец, Рома, замечательно. Кстати, а если у вас дома есть кошка, то знайте, что у кошки в каждом ухе по 32 мышцы. Поэтому будьте с ними осторожней, потому что они все слышат. Мяу. У меня нет кошки, но есть собака. Это было очень интересно. А у меня есть кошка, зовут ее Пуся, а порода у нее турецкая ангора. Спасибо, Дарья Анатольевна, за полезную информацию. А вы знаете, что у морской звезды глаза на конце каждой ноги? Интересненько. А вы знаете, что японские макаки научились покупать товары из торговых автоматов? Интересненько, интересненько. А вы знаете, какая самая сильная мышца у человека? Нет, не знаем. А какая же? Ну так вот, друзья, самая сильная мышца у человека – это язык. Ничего себе! Никогда бы не подумала, что это язык. Так вот, почему некоторые могут болтать часами без перерыва. А вы знаете, что нос и уши у человека никогда не перестают расти? С помощью этого интересного факта дети поймут, почему порой у дедушек и бабушек бывают большие носы или уши. Интересный факт. Обязательно присмотрюсь сегодня к своей бабушке и дедушке. Я тоже присмотрюсь к своей бабушке и дедушке.
А вы знаете, у какого из животных самые большие глаза? У гигантского кальмара. Его глаз приблизительно равен футбольному мячу. То-то зрение у него, наверное. А вы знали то, что верблюд может обходиться без воды целых 2 недели, а лягушка не пьет, а впитывает воду кожей? Очень интересный факт. Никогда бы не подумала, что лягушка впитывает воду кожей. Ребят, мне кажется, мы с вами достаточно подготовились, и я надеюсь, что мы завтра в школе получим самые высокие оценки по всем предметам. Я очень на это надеюсь. И верим! Учила и все равно 2 двойки получила. Ага, я тоже сегодня получила 3 двойки по географии, по биологии и по истории. По географии, по истории, по английскому мне тоже учителя 2 втюхали. Не понимаю, что этим учителям надо. Старайся, не старайся, все равно результат одинаковый. А мне еще написали, что я не выучила историю, хотя учила ее до 12 ночи. Я тоже вчера в час ночи только лег, и все равно оценки по истории плохие.